Всем привет, за кадром Аркадий Шаповал, сайт RedEjevo, это краткое видео про объективы Leica. Я буду говорить Leica, но в оригинале должно звучать вот так. Leica Lights Camera Wetzlar. В свою очередь, имена объективов звучат вот так. Noctilux, Zumilux, Zumicron, Zumaron, Elmar, Elmarit, Tamba und Tilit. Система Leica SL, которая использует байонет Leica L, сейчас состоит из трех камер. Leica SL, SL2 и SL2S. Многие пользователи считают данную систему и данные камеры и объективы не настоящей Leica. В том плане, что данная система плохо вписывается в общую философию многих других классических дальномерных камер и объективов от Leica. Что касается объективов, то все зашло настолько далеко, что некоторые объективы от Leica это просто переименованные, перепакованные объективы от Sigma. От Sigma? Если быть точным, то используются одни и те же принципиальные оптические схемы. Я предполагаю, что конкретно вся оптика изготавливается непосредственно Sigma. Leica только применяет свое легендарное просветление, встраивает линзы в свой корпус и оснащает своими моторами и логикой фокусировки. Хотя, если учитывать, что Leica и Sigma находятся в одном альянсе с байонетом L, вполне возможно, что все производство остается за Sigma. Конкретными примерами являются модели 2470 и 100-400. Elmarit 2470 от Leica построен на базе Sigma DJDN Art. Напомню, что линейка Art считается премиум решением от Sigma. А вот Elmar 100-400 построен на базе Sigma DJDN Contemporary. Напомню, что линейка Contemporary ниже линейки Art. Leica не смогла себе позволить взять что-то более существенное из линейки Art. При этом 100-400 на длинном конце использует диафрагму 6.3, что для объектива от Leica очень-очень странно. Хорошо это или плохо, однозначного ответа нет. Но вот Leica теряет свою уникальность и становится похожей на Sigma, которая в боке часто имеет... производство медицинской ваты. И это еще один хороший аргумент для всех обладателей Nikon D3100 и Canon 550D с китовыми объективами в споре о том, почему же они не используют оптику и камеры от Leica. Если же отбросить шутки, то альянс Leica, Sigma и Panasonic разрастается объективами в первую очередь именно благодаря наработкам от Sigma. Да и современная оптика от Sigma достаточно хороша в техническом плане. Sigma серьезный игрок, например, если мы берем тот же Elmarit 2470, то посмотрите, сколько итераций прошла Sigma до создания чего-то подобного. А теперь нужно встать и подписаться на канал. С вами был Аркадий Шаповал, всем удачных кадров!